Диссидентство у нас в Советском Союзе явление особенного рода. Но на самом деле это была революция. Борьба за свободу во всех ее пониманиях. То, значит, меня объявляли в тунь, обвиняли в тунеядстве, то, значит, на меня, меня однажды отравили в КГБ. Ну, здесь песен какой-то сам, не крамольную, да, из мирной жизни, да? А давай про цветочки из «Обыкновенного чуда». Ах, сударыня, да? Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это трудно объяснить, но, наверное, потому что вы со мной. Музыка Гладкова Геннадия Игоревича, слова мои. Его песня распевает вся страна. «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бумбараш», «Про красную шапочку» и «Формула любви». В этих популярных фильмах герои исполняют песни Юлия Кима, а в титрах значится «Ю. Михайлов». Столь жесткое наказание последовало за то, что он открыто подписывал многие письма правительству, прокурору, деятелям науки и культуры. В них, по сути, не было ничего крамольного, лишь протест против нарушения прав человека, призыв не мириться с возрождением сталинизма. Одно из таких писем наделало много шуму за границей, и преподаватели истории МГУ Юлия Кима уволили с работы. Со мной была беседа на Лубянке, где было ясно сказано, чтобы я воздержался еще от публичных выступлений, и у меня осталась только одна сторона деятельности, которой мне было позволено заниматься, это сочинять для кино и театра. Это был правильный расчет с их точки зрения, потому что работать для кино и театра и быть одновременно диссидентом – вещь невозможна, тем самым подставляет свою работу и целые коллективы под удар. Так диссидент Юлий Ким, чьи антисоветские песни переписывала вся интеллигентная Москва, стал безликим поэтом Михайловым. До сих пор только верные поклонники знают, кто настоящий автор этих песен. Очень много людей, которые говорят, как так, Михайлов, мы же знаем, что Михайлов, вдруг это Ким. Конечно, то, что он, это, мне кажется, это единственный случай такой человек, который был в 60-х, это был действительно, ну, пик известности, и вдруг он куда-то пропал. И многие даже до сих пор не знают, куда же Ким-то пропал. Все вроде есть, а Кима нет. Какой Михайлов? Никто же никогда не видел Михайлова. Да, я думаю, что этот псевдоним, конечно, его карьере повредил. Ну и то, что, конечно, у него все пошло поперек, вся его жизнь. Диссидент в переводе с латинского означает «несогласный человек, политические взгляды которого существенно отличаются от официальной точки зрения в стране, где он живет». Этот термин появился в Англии в 17 веке. Так называли людей, несогласных с главенствующей религией. Происхождение слова «диссидент» – это вообще религиозно, это раскольник вообще-то. Так, такова этимология. В истории культуры всегда появляются те или иные люди, которых называют возмутителями спокойствия. Они были всегда. Их называли то вагантами, то декабристами. В Советском Союзе диссиденты стали синонимом оппозиции. В эпоху Сталина органы государственной безопасности жестоко карали любого, кто даже в разговоре с женой позволял себе хоть немного усомниться в правильности линии партии и правительства. Но после знаменитого доклада о культе личности
сделанного Никитой Хрущевым в 1956 году на 20-м съезде ЦК КПСС, атмосфера в стране изменилась. 60-е годы принесли либерализацию режима впервые, так сказать. После доклада Хрущева стали прямо говорить, открыто говорить о преступлениях сталинизма. И интеллигенция почувствовала свободу, как говорится, и решила на зуб попробовать, а как бы границы этой свободы. Диссидентское движение началось на маленькой советской кухне. Несколько человек полушепотом обсуждали существующий строй. При этом включался на полную громкость радиоприемник, а из крана лилась вода, чтобы сотрудники КГБ не смогли прослушать их разговор. Мы все свободное время мы проводили, общаясь друг с другом. Причем, конечно, там мы выпивали, и песни пели, и танцевали, и романы заводили, и так далее. Но не это было главное. Главное было, мы разговаривали. Как сказала моя хорошая, моя университетская подружка Наташа, нам не грозит спиться, мы не сопьемся, мы стреплемся. Молодые ученые, писатели, актеры, поэты собирались точно так же, как сегодняшняя молодежь. Отмечали дни рождения, праздники, ходили на танцы или встречались у кого-нибудь на квартире, пока не было родителей. Я очень хорошо помню первую пленку Акуджавы, которую магнитофон взяли в прокат специально для этой цели. Долго-долго у нас стоял прокатный магнитофон, огромный такой гроб «Днепр-9», если я не ошибаюсь. Значит, и там крутилась одна и та же пленка, я до сих пор помню последовательность песен на этой пленке акуджавских. Года разлук, года сражений, когда свинцовые дожди били так по нашим спинам, что снисхождения не жди. Акуджава вообще на моих глазах появился, хоть он старше меня, но мы приехали с ним в Москву примерно в одно и то же время. Я приехал вот в 56-м году и стал ходить в литературное объединение «Магистраль» при Доме культуры железнодорожников. И тогда же, в 56-м году, приехал туда Акуджава. Булат Акуджава, коренной москвич, смог вернуться на родину только лишь после реабилитации своих родителей. В 1937 году его отец, занимавший пост первого секретаря горкома партии Нижнего Тагила, был расстрелян, а мать сослана в карагандинский лагерь. Первое время Акуджава работал редактором в издательстве «Молодая гвардия». Тогда же начал исполнять в кругу друзей свои песни, которые мгновенно стали популярными. Они были не о политике, не о партии, а о простых человеческих чувствах – любви, ненависти, дружбе. И командиры всех риби, когда командовал людьми, надежды маленькие оркестры, под управлением любви, надежды маленькие оркестры, под управлением любви. Вскоре Акуджава уже начал давать маленькие концерты на закрытых вечерах для столичной интеллигенции. Но, несмотря на обожание московской публики, его не приглашали ни на радио, ни на телевидение, не печатали в прессе. Долгие годы песни Булата Акуджавы распространялись подпольно. Для многих советских диссидентов он был кумиром. Акуджава сел за пианино и стал петь песенку. И первая его песенка была такая. Он сам ее не помнил. Вот. Потом, когда там какие-то люди составляли его блокнот, он их отправлял ко мне. Он, первая песенка, которую я от него услышал, она звучала так. «Однажды тирли-тирли-тирли-тирли напал на дугу-дугу-дугу-дугу, и долго тирли-тирли, и долго дугу-дугу калечили немножечко друг другу». Вот такая незатейливая песенка. Не только песня, но и художественные произведения тех лет имели огромное влияние на диссидентское движение, подпитывали его, формировали. Опубликованная в 1962 году в журнале «Новый мир» повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Произведение об ужасах, которые пережили узники сталинских лагерей, для одних стало откровением, а для других – первым признаком начала новой эпохи. Эпохи истины и свободы. Однако с приходом к власти Брежнева вседозволенность и относительная свобода слова закончились. Как
историк не употребляю термина «диссидентское движение». Я употребляю термин «диссидентская активность». Движением это, как говорила матушка моя Лариса Иосифовна Богораз, если было какое-нибудь движение, то броуновское. Но какое может быть общественное движение, где на равных участвуют люди, ну, абсолютно разных идеологических направлений? Там коммунисты, либералы и национал-патриоты. Людмила Алексеева, пожалуй, самая известная участница диссидентского движения. 5 декабря 1965 года она вместе со своими друзьями впервые вышла на Пушкинскую площадь в Москве. Именно в этот день оппозиция в нашей стране заявила о себе. Ровно в 6 вечера они распахивают пальто и из-под пальто достают написанные на ватмане лозунги, вот так их над собой поднимают. Я стояла, ну, с Аликом, ну вот не как с вами, ну вот как с вашим оператором, совсем близко. Я подняла глаза, но я не успела даже первое слово на его лозунге прочесть, как какие-то руки схватили этот лозунг, те же или какие-то руки схватили Алика и всех остальных. Ровно через полминуты было пустое место, и никого не было. Мы стояли с открытыми ртами. Мероприятие продлилось рекордно короткое время, меньше 1 минуты. Демонстранты требовали от властей уважать Конституцию и открытого суда над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. К тому времени прошло уже больше года с момента смещения Никиты Хрущева с поста руководителя государства. Вот теперь закончилось. Пришло новое партийное руководство во главе с Брежневым, и они решили восстановить сталинские порядки. И они стали говорить, что это была гнилая эпоха, эти 10 лет были, и что был гнилой либерализм, с которым мы покончим, они пообещали. Одним из поводов для ареста Юлия Даниэля стала опубликованная на Западе повесть «Антиутопия. Говорит Москва». В ней рассказывается о последствиях фантастического указа Верховного Совета СССР, провозгласившего День открытых убийств. Люди воспринимают указ как должное. В очередях за хлебом прикидывают, кого бы успеть сделать своей жертвой в этот единственный день. Подобную аналогию представители брежневской власти стерпеть не смогли. Даниэль был арестован. Кто был мой отец? Литературный подёнщик, переводчик. А тут вдруг папа – писатель. Это уже другая история. И для 14-летнего пацана вдруг это оказалось страшно значимым. Не то, что он там публикуется за границей. Не то, что он там рискует свободой и так далее. А то, что он, елки-палки, писатель, который пишет книжки, и книжки эти издают. А я-то об этом ничего не знал. И, конечно, мне было это, вот что называется, вот это какая-то дурацкая гордость у меня возникла. По делу Юлия Даниэля и Андрея Синявского, который тоже опубликовал на Западе свои книги «Что такое социалистический реализм» и «Суд идет», хотели устроить показательный процесс. Но в итоге было принято решение провести закрытое заседание суда. Не получилось. Потому что вот эта логика уже в 65-м году не срабатывала. Уже возникал контрвопрос. А, собственно, что они сделали? Да, публиковались за границей. А почему это плохо? А почему это нельзя? А где написано, что это нельзя? Понимаете, да? Вот. И вообще, ну как же можно там за прозу, за билетристику давать лагерные срока. И хотя писателей Даниэля Синявского осудили и приговорили к 5 годам лагерей по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда», митинговавшие добились своих требований. Процесс по делу Даниэля Синявского был открытым. А всех участников демонстрации спустя 2 часа после задержания отпустили домой. Состава преступления в их действиях найдено не было. Они потом рассказали, как это было. Значит, вытаскивает какой-то там скомканный ватман и говорит:
Это мы держали в руке, он говорит, дайте прочесть, тогда я вам скажу, это я держал или не это. Он, значит, разворачивает этот ватман, и у этого КГБшника отвисает челюсть, потому что на ватмане написано «Уважайте Советскую Конституцию». С этим, это День Конституции, Алик вышел с этим лозунгом. Ну как можно схватить даже нашей, понимаете, КГБ, и то как-то, да, но только то, что не санкционировано. Вот песенка, которая называется «Адвокатский вальс». Она была придумана в 68-м году, и посвящена она двум нашим адвокатшам. Софья Васильевна Калистратова и Дине Исааковне Каминской, которые имели отвагу защищать диссидентов. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. До самой перестройки Юлий Ким числился в черных списках так называемых «махровых антисоветчиков». Однако в рядах диссидентов официально он был всего 3 года, но общаться с ними поэт никогда не переставал. Гордиться тем, что ты сбежал из славных диссидентских окопов, гордиться стыдно. Этим гордиться. Я выбрал это, я этого не стыжусь, потому что, ну, гордиться тем, что я предпочел диссидентству, никогда не буду. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой, и перед кем? Рассказ моего приятеля, ученого, который по каким-то своим ученым делам прибыл, кажется, в Казань, и секретарь комсомола, третий или второй, пригласил его в гости, все запер, все закрыл, и включил Галича, не то еще какой-то, не то крамольного какого-то Высоцкого, которого он слушал втихаря, а на следующий день, может быть, должен был гласно обвинять того же Галича или того же Высоцкого в антисоветизме. А тем не менее, ему это было необходимо слушать и необходимо этим же потаенным, ворованным воздухом свободы питаться. В ночь с 20 на 21 августа 1968 года около 7 тысяч танков и более 300 тысяч солдат и офицеров 5 стран Варшавского договора перешли границы Чехословакии. Одновременно на аэродроме в Праге высадились советские десантники. А офицеры КГБ арестовали членов президиума ЦК Компартии Чехословакии во главе с своим секретарем Александром Дубчиком. Так закончилась «Пражская весна». Вторая после Венгрии 1956 года попытка перестройки в социалистическом лагере. Через 4 дня, 25 августа того же года, в Москве на Красной площади, когда куранты на Кремлевской башне пробили ровно 12 часов, 8 человек подняли плакаты с лозунгами «За вашу и нашу свободу!» «Да здравствует Дубчик!» «Руки прочь от ЧССР!» Демонстрантов тут же окружили сотрудники КГБ в штатском и стали избивать, пытаясь вырвать плакаты и флажки. Появились черные «Волги». Протестующих стали запихивать в машины. На всю площадь раздавались крики «Бей антисоветчиков! Бей их!» Кто там был? Паша Литвинов. Сколько ему еще? 30 не было, по-моему. Паша Литвинов, физик. Лариса Багарас, школьная преподавательница. Наташа Горбаневская, поэтесса. Костя Бабицкий, структурный лингвист. Вова Дремлюга, недоучившийся студент. Ну, не было там, знаете, вот таких героев, как писал Герцен о декабристах, что они все из одной глыбы мрамора и так. Никакого мрамора.
это были такие же люди, как мы с вами. Но их степень возмущения, негодования, несогласия достигла того уровня, когда они не могли поступить иначе. Если ты отвечаешь за все, то ты должен выйти на Красную площадь, когда твоя страна будет танки в другую. Вот это их логика была, людей этого круга, этой среды. Среди арестованных была и Лариса Багарас, жена осужденного в 1966 году Юлия Даниэля. В своей защитной речи она произнесла: «Прокурор задавал мне ряд вопросов. В частности, что означает лозунг «Руки прочь от ЧССР»? Чьи руки? Может быть, германских реваншистов? Разъясняю. Это и значит, что я протестую против советских войск в ЧССР и требую их оттуда вывести». Демонстрантов осудили по статье 190 пункты 1 и 3 за измышления, порочащие советский общественный и государственный строй. Лариса Багарас была приговорена к 4 годам ссылки. Для многих эти 8 человек стали героями. Накануне, должен признаться, я был в их числе, накануне немало народу отговаривали их от этого. Я лично занимался полной демобилизацией Ларисы Иосифовны Багарас и говорил ей очень хорошие слова, которые сам в свое время слышал от тех, кто уговаривал меня снять свои подписи и остаться в школе. Я говорил о том, что сейчас, после того, как вошли в Чехословакию, пресс чекистов, партии и так далее станет жестче, и наши ряды и так невелики, а тут еще такие активные люди, как она, ваш Литвинов, теперь надолго уплывут в ссылку, за решетку. Нет, ничто не поделишь. По лезвию ножа и режу в кровь свои пасые души. На слово длинношее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. В брежневскую эпоху произведения Солженицына, Тынянова, Тендрякова и других авторов были запрещены. Но, тем не менее, благодаря самиздату ими зачитывалась вся Москва. Подпольно распространялись и домашние кассеты с песнями Акуджавы, Кима, Галича, Высоцкого. Подпольно же для узкого круга посвященных проводились художественные выставки. Цензура только способствовала интересу интеллигенции к опальным авторам. К этому времени самиздат очень расплодился. И уже поняли власти придержащие, что вроде бы самиздат, какие-то листки, печатающиеся на машинке, но, в общем, это уже нарушение монополии на распространение идей и информации партийной. Тем более, что этот самиздат стал попадать за границу, и зарубежные радиостанции, вещавшие на Советский Союз, этот самиздат читали, передавали, как и произведение Даниэля Синявского. В это время как никогда были востребованы эфиры западных радиостанций. Вот я сколько себя помню, я всегда слушал радио. Почему-то «Свободу» было, пожалуй, слышно хуже других, хуже «Голос Америки» и «Немецкой волны», потому что «Свободу» глушили больше. Вот, но мой отец вот был большой любитель всяческого запрещенного, поэтому сумел он из приемника «Казахстан» что-то сделать такое, что принималось вполне прилично. Вот. И действительно, очень многие вещи я даже впервые не прочитал, а услышал по радио, сначала в звуке. Сотрудники КГБ успешно выявляли инакомыслящих. Одних высылали за границу, других сажали в тюрьмы и отправляли в сибирские лагеря. Можно было всех отправить на зону шить шапки, армейские сапоги или даже расстрелять. Но были две серьезные причины, мешающие КГБ пойти на это. Первая – опасались реакции Запада. И вторая – главная – это невозможность создать информационную блокаду. Технические службы Комитета госбезопасности пытались глушить сигналы зарубежных станций, но это не помогало. КГБ в то время страшно боялась, когда информация попадала на Запад. Я помню, когда... Ну и, конечно, для всех нас великий пример Андрея Дмитриевича Сахарова. Я помню, когда... Вот были религиозные гонения. Одну монахиню арестовали. Вот я прихожу к нему, он дома, плохо себя чувствовал, говорит: извините, я буду лежать на кушетке. И я говорю: Андрей Дмитриевич, вот арестовали монахиню, вот если можете, помогите.
Он снимает трубку, звонит на голос Америки прямо при мне и говорит, говорит Андрей Сахаров, вот арестовали, и назвал имя, фамилию этой монахини, как ее безобразно арестовали, и не было причины, почему ее, чисто на, за ее религиозную деятельность. И вы знаете, буквально через два часа по голосу Америки, это, конечно, такой рекорд Гиннесса, сообщение прозвучало. Такие сообщения подрывали авторитет Советского Союза. Ведь руководство СССР на весь мир заявляло, что в нашей стране живут самые свободные люди. В Политбюро заговорили о том, что нужно в срочном порядке уничтожить этих диссидентов как дестабилизирующий фактор. Брежнев, надо отдать ему должное, он не послушал Шлепина, когда он сразу внес предложение, что давайте мы... Ну, арестуем 4 тысячи, там, 1500 арестуем сразу. И всякое диссидентское движение, которое начало расти, мы его прикончим. «Пятая колонна» – так советская пропаганда называла диссидентов. Для борьбы с инакомыслящими председатель Комитета госбезопасности Юрий Андропов даже создал особое пятое управление КГБ. Пятое управление было создано, прежде всего, для того, чтобы... профилактическую работу проводить и не доводить ни диссидентов, ни государственные органы до резкого столкновения. В пятом управлении КГБ СССР работало всего 300 человек. Из них треть занималась сбором информации, то есть только 100 выявляли среди интеллигенции инакомыслящих. На первый взгляд цифры выглядят фантастически маленькой для такой огромной страны, как Советский Союз. Но кроме штатных осведомителей, пятому управлению некоторые товарищи помогали добровольно. Так называемые «стукачи» сами сдавали своих соседей или коллег. Но этого было недостаточно, поэтому сотрудники этого управления вербовали себе агентов среди интеллигенции. В 92-м году депутат Галина Старовойтова вспоминала, как однажды ее пригласил на прогулку сотрудник ленинградского управления КГБ. Фамилия, по-моему, была Соловьев, который попросил меня прогуляться с ним по стрелке Васильевского острова. Мы гуляли, и он мне демонстрировал свою осведомленность в области семиотики, структурной лингвистики и других весьма тонких сферах. А затем он перешел ближе к делу и сказал, вот вы знаете, вы ведь состоите в переписке с зарубежными лицами, с гражданами США. Что вы имеете в виду, спросила я. А я в это время руководила отрядом экспедиционным советско-американской экспедиции по изучению феномена долгожительства на Кавказе. А что же он хотел от меня тогда, господин Соловьев? Он хотел немногого, чтобы я всего лишь иногда позванивала им и говорила о перемещениях моего сотрудника. Диссидентское движение, оно все время развивалось и развивалось, и инакомыслящих все время преследовали, там-то одних сажали, других. А, но потом ситуация стала обостряться, она обострилась. Первое сильное обострение было в 68-м году, когда советские войска вошли в Чехословакию. Там тоже было диссидентское движение, и, значит, и советские войска решили это движение, советское руководство, задавить. Но делать это дома, на кухнях, запретить было невозможно. А вот те, кто начинал возмущаться открыто, писать письма протеста, выходить на площади, сразу попадали под статью. Им могли вменить даже измену родине и приговорить к расстрелу. Но чаще всего диссидентов отправляли в ссылку, в лагерь, на срок от 7 до 15 лет. По возвращении их нигде не брали на работу. И они, интеллектуалы, люди с высшим образованием, вынуждены были работать дворниками или истопниками в котельных. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Эта частушка появилась в декабре 1976 года, когда лидера чилийских коммунистов обменяли на Владимира Буковского. Советский диссидент был выслан из СССР и поселился в Англии. Луис Карвалан стал жить в Москве.
Я только видел, как он забирается по трапу на советский самолет. Такой маленький, кривоногий человечек. И я еще так ему посочувствовал. Мой братка, знаешь ли ты, куда ты летишь? Судьба Владимира Буковского похожа на жизнь многих профессиональных диссидентов. Родился во время войны в 1942 году. Автор книг «И возвращается ветер», «Письма русского путешественника». Участник многих правозащитных митингов. Официальной медициной был признан психически невменяемым. Не раз заключался под стражу и, наконец, депортирован из страны. У Буковского был путь от экспертизы до принудительного лечения, где он посмотрел, что это такое, описал великолепно, я считаю, написал в книгах своих, и затем, значит, снова на экспертизу, где он был признан вменяемым, и уже потом отбывал наказание, затем уже была вот эта вот обмена его на Луиса Карвалана, то есть как человека психически здорового, так сказать, который, в общем-то, отбывал наказание. Когда спустя несколько десятилетий Владимир Буковский вернулся в Россию, Москва встречала его как героя. Он выступал на конференциях, о нем снимали фильмы. И тем не менее Буковский все же уехал назад, на Запад. Так поступили, кстати, многие диссиденты брежневской эпохи. Во время посещения родины Владимир Буковский побывал на экскурсии в одной из психиатрических лечебниц. Господин Буковский приезжал к нам из Лондона, даже у нас есть запись видео того визита, и он гордо прошествовал в то отделение, где он находился. Очень лестные слова сказал о наших нянечках, которые в свое время даже подкармливали, то яблоки там какие-то принесут, то еще что-то. Самое интересное, что была такая встреча с нянечкой, которая работала в то время. Вот. И она ему говорит, да, и он ей говорит, да, говорит, вы постарели. Она говорит, да и вы, говорит, не помолодели. Вот такой был обмен любезностями. В этом заведении он провел несколько лет. В больнице арестованных лечили электрошоком, делали уколы серы, надевали смирительные рубашки и сбивали. Принудительно давали препараты, оказывающие затормаживающее действие на мозг и мышцы. Хрущев выступал где-то в 1959 году и так сказал мимоходом, что в нашей стране социалистической не может быть врагов социализма, поскольку бытие определяет сознание. А стало быть, если есть какие-то люди, чувствующие себя врагами, то это психически больные люди. Как говорится, сказал и сказал. Ну, вроде бы пошутил. А в результате целый ряд инструкций, целая разработка диагностики от паранояльного развития личности, то есть идеи о том, что если человек готов заявить до свои убеждения рисковать жизнью и здоровьем своих близких, то это должен быть больной человек. Больной человек, одержимый сверхценными идеями, как говорили вот в этом самом учреждении. Обычным диагнозом была вялотекущая шизофрения. Если местные психиатрические больницы не признавали человека сумасшедшим, то его везли в Москву в институт имени Сербского. Там были лучшие бытовые условия, но более изощренные медицинские пытки. После признания человека больным его отправляли в специальную психбольницу тюремного типа. Карательная медицина использовалась всегда. Но известный академик Снежневский, который превратил шизофрению в свалку всех болезней и всюду видел шизофрению, ввел уникальные критерии, а именно несоответствие нормам социального поведения, принятым в стране. Под этот критерий и вы, и я попадем запросто. Как только вы будете жить по формуле, что хочу говорить собственным голосом, вы уже неадекватен. А помните, что делали, например, с Есениным Вольфманом, и математик, да еще пытается стихи писать. Раздвоение личности. И пиши шизофрения. Когда человек и математик пишет стихи, а еще, не дай бог, любит петь при этом, так вообще расстроение личности, четкие клинические синдромы. 22 января 1980 года был задержан и без суда и следствия отправлен в ссылку Андрей Сахаров. Его лишили всех наград, включая звание Героя социалистического труда. Последней каплей, переполнившей чашу терпения официальных властей, стало открытое осуждение ученым ввода советских войск в Афганистан. Сотрудники КГБ долго смотрели сквозь пальцы на его правозащитную деятельность, пресс-конференции для западных СМИ, на то, что ему вручили Нобелевскую премию за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми.
Власти ценили Сахарова за его огромный вклад в создание ядерного оружия. В 80-м году просто уже режим дошел до маразма. В феврале 80-го года, вскоре после того, как я написал письмо, значит, в защиту Сахарова, ко мне пришел человек, который сказал, это был в день выборов в Верховный Совет РСФСР тогда, вот, он под видом агитаторов. Пришли два человека, но я сказал, что пущу в квартиру только одного. Он вошел и сказал: Владимир Николаевич, я вам уполномочен вам сообщить, что терпение советской власти и народа кончилось. И если вы не сделаете выводов из этого, из того, что я вам говорю, ваша жизнь здесь станет невыносимой. К тому времени Владимир Войнович уже 7 лет был исключен из Союза писателей СССР. За открытые письма в защиту Даниэля Синявского, позднее Солженицына и Сахарова, а также за публикацию книг, в которых он с иронией описывал быт простых советских людей, Войнович был лишен гражданства. Автора знаменитых романов «Жизнь» и «Необычайные приключения солдата Чонкина», «Претендент на престол» пытались отравить. Потом избили на улице, прямо на глазах милиционеров, как он предполагает, сотрудники КГБ. Последние 4 года перед отъездом у него был отключен телефон. Войновича не публиковали, не брали на работу. В конце концов, у меня уже тоже терпение подошло к концу. Я долго сопротивлялся и не хотел уезжать. А тут я сказал, я говорю, ну, если терпение советской власти кончилось, оно кончилось одновременно с моим. Мое терпение тоже кончилось. Ну и вот, и через некоторое время мне уже поступило более детальное предложение покинуть Советский Союз, что я и сделал. В начале 80-х годов Юрий Андропов почти справился с диссидентским движением. Сотрудники КГБ научились действовать более эффективно, и дестабилизировать страну стало фактически некому. Они изолировали именно тех людей, которые являлись ключевыми фигурами среди диссидентов. Количество участников оппозиционного движения резко сократилось. Повлияли суровые приговоры, и что особенно практиковалось после прихода к власти Юрия Андропова, система повторных арестов по истечению срока. Можно говорить там, кто был сослан, кто был посажен, кто выслан за рубежи. Но все это, в принципе, незначительное число людей. А потом забывают иногда, что Андропов-то действовал в соответствии с Конституцией. Никто не может привести примера, что он в чем-то пошел против Конституции или законов. Была такая наша Конституция, которая обязывала каждого гражданина и государственные органы заботиться о безопасности социализма, социалистического государства. И он свято выполнял эту обязанность. Ведь это его идея психушек, которые стали активны. Это его идея объявлять всех, которые вот поэты неугодны, что они тунеядцы, а не поэты, так как с Бродским было. Это его идея высылки иногда за границу. И это его же идея насыщение диссидентствующей интеллигенции своей агентурой. Но не только КГБ повлияло на спад диссидентской активности. Политические преследования и политические лагеря уже не были таким откровением для людей, как в 60-х. Многие стали считать, что их время прошло. С началом перестройки Пятое управление было упразднено. Так принято считать, что в годы перестройки стало неактуальным диссидентство. Но, вы знаете, я думаю, что чуть-чуть раньше. Где-нибудь году 83-м, 84-м их успех с ними покончил. А, понимаете, диссиденты 50 лет толковали обществу, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое право и что такое закон и что такое свобода и так далее. Но втолковали. В
роль диссидентского движения огромна. И они подготовили в каком-то смысле вот и перестройку, так сказать, и победу потом демократии. Ну, например, там диссидентская проповедь ненасилия. Вот что угодно, но только не насилие в политической жизни. Смотрите, у нас ведь действительно не было так, как в Югославии. Бог пронес, что называется. Конечно, кровь была, но все-таки не такая, которая бывает при распадах таких империй, как Советский Союз. Знаете, это же могли быть реки, моря, океаны крови. Но было общее сознание. Перестройка стала естественным результатом оппозиционного движения. Многие историки считают принятие новой конституции, декларирующей демократические принципы, главным достижением диссидентов. Но правозащитники продолжают активно работать до сих пор. Мы хотим сотрудничать с властью, но мы хотим быть не шестерками при власти, которые встраивают куда-то и отдают команду, а мы хотим быть партнером власти на равных, потому что мы общество, власть на наши деньги, на деньги налогоплательщиков существует, и в нормальном государстве создана на эти деньги и оплачивается ими для того, чтобы это общество обслуживать. Правозащитники и сегодня отстаивают права людей, невзирая на опасность для жизни. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Наталья Истемирова были убиты за то, что отстаивали интересы простых людей, несмотря на национальность и социальное положение. Занимались расследованием исчезновений людей, проверяли сообщения о пытках в тюрьмах. Как заявил президент России Дмитрий Медведев, государство должно максимально жестко реагировать на преступления против правозащитников. По словам главы государства, правозащитники очень важны для создания нормальной атмосферы в России. Именно поэтому они находятся зачастую под прицелом преступников, которые пытаются или свести счеты с отдельным человеком, который доставляет им неприятности, или это, как правило, широкомасштабная провокация, чтобы создать проблемы стране в целом. Если сравнивать вот правозащитное движение современное и диссидентское движение, то я бы так сказал, что идеология та же, да, противостояние диктатуре, борьба за свободу во всех ее пониманиях. Я думаю, и сейчас дискуссии не менее горячи, тем более, что каждый день подбрасывает столько для этого сухих дров, только об этом. Да нет, любую газету откройте, только об этом речь на самом деле. О, черные Маруси, о, потьма и дальстрой, о, Господи Иисусе, о, Александр Второй, который век бессонная кухонная стряпня. И я там был, мед, пиво пил, и корм пошел в коня. В жизни бывших советских диссидентов было все. Признание и полное забвение, непримиримая борьба, надежды и разочарования, свобода и тюремная баланда. Они стали яркой и неотъемлемой частью истории. Поколение шестидесятников. Они искренне верили, что когда-нибудь Советская империя станет территорией свободы.